Кемеровской области сотрудниками полиции задержан так называемый «вор в законе» Джемал Микеладзе. Он находился в международном розыске по подозрению в создании на территории Италии транснационального преступного сообщества мафиозного типа. Вы подтверждаете, что вы Микеладзе Джемал Джемалович? Значит, 20 февраля 2016 года в отношении вас Министерство внутренних дел Российской Федерации принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации в соответствии со статьей 25.10 Федерального закона. 1 марта постановлением суда города Кемерово Джемал заключен под стражу для выдачи правоохранительным органам Итальянской Республики.